Краткое содержание повести «Веселая семейка» Николая Носова. Если в двух словах, то «Веселая семейка» – это увлекательная история о том, как лучшие друзья решили соорудить самодельный инкубатор для выращивания цыплят и что у них из этого вышло. А теперь немного подробнее. Однажды Мише на глаза попалась книга под названием «Птицеводство». Она настолько увлекла мальчика, что он решил своими силами смастерить инкубатор и вырастить из яиц птенцов. Его лучший друг Коля также загорелся этой идеей, и вместе мальчики приступили к строительству. Друзья решили сложный вопрос поддержания постоянной температуры, привезли из деревни свежие яйца и запустили процесс выращивания цыплят. Им приходилось и днем, и ночью следить за температурой и переворачивать яйца. Неудивительно, что такой режим не прошел даром. Мальчики не высыпались, у них была настоящая каша в голове, и вскоре они стали настоящим посмешищем всего класса. Когда же одноклассники узнали причину плохих оценок Миши и Коли, они решили им помочь. Ребята установили дежурство у инкубатора, и отличники помогли героям наверстать упущенные знания. Когда пришел срок вылупиться цыплятам, друзья замерли в ожидании. Однако ничего не происходило. Коля нехотя признался, что однажды заснул и не проконтролировал температуру. Миша сделал ответное признание. Он также заснул, и температура в инкубаторе поднялась выше нормы. Друзья очень расстроились. Но в этот миг стали вылупляться крошечные птенчики. Мальчики отвезли своих подопечных в деревню и пообещали приехать на каникулы воспитывать их. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.